Всем огромный-огромный привет! Сегодня у нас на обзоре очередная консервная баночка. И это будет горбуша натуральная. В тот раз у нас была горбуша натуральная фирмы Доброфлот. Мы открывали, смотрели, что уже находится за крышкой данной баночки. Сегодня будет 5 морей. Я думаю, она будет ничем не хуже. Но посмотрим, увидим. Горбуша консерва дорогая. По акции ее найти достаточно тяжело, но возможно. И даже по акции она стоит от 100 рублей и выше. Данная рыбка сделана по ГОСТу в Приморском крае. Можете почитать, что тут написано. Очень интересный состав, в который входит только рыба, горбуша и соль. Можете все прочесть. Также имеет вот такой ключ-открывалку, что очень удобно брать с собой такую рыбу на природу, на дачу. Я обожаю делать с этой рыбой бутерброды. Очень удобно открывается. Ну, с длинными ногтями, конечно, вы не откроете. Аккуратно открываете, потому что я уже такими крышками резалась. Давайте откроем и посмотрим. И вот так выглядит данная рыбка. Так. Есть тут какая-то жидкость и кусочка 3 рыбки. Немножко жидкость я слила, чтобы вы посмотрели, как рыбка выглядит внутри. Вот так она выглядит. Я обожаю вообще с консервами и варить суп, и использовать на салаты, и делать бутерброды. Это очень-очень вкусно. Так, попытаемся ее извлечь. Запах у ней свежий. Рыбка свежая. Вот так. Вот такая рыбка. Баночка, как можете видеть, пустая. И сейчас мы немножко попробуем. Я вообще стараюсь убирать всегда косточки внутри рыбки. Так. Вот такая. В меру тоже соленая. Никаких посторонних привкусов нет. Единственное, бывают, пишут, что рыба сделана из замороженного сырья. Как можете видеть, тут такая блескучая упаковка. И на ней очень плохо видно вообще, в принципе, что здесь написано. Поэтому изготовлены из отборной рыбы. Вот так. Вот такая горбуша. Так что обратите внимание, что данная консерва содержит буквально 2-3 кусочка. В соответствии, тут 3, один маленький. Смотрите сами, брать или нет, но супчик с такой рыбки получается на ура. Мне, например, нравится. Кому понравилось мое видео, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые консервные баночки. И всем до свидания и пока!